В преддверии профессионального праздника для работника ЖКХ для меня было важно посетить ключевые предприятия этой отрасли. Они, с одной стороны, незаметны, мы не вспоминаем про них до тех пор, пока не случится либо нештатная ситуация, либо авария, либо еще что-нибудь неприятное. И то, что таких событий все меньше происходит, большая заслуга коллективов. Мы видим, что и водоканал, и ГУБ-спецтранс, наш оператор работы с мусором, с твердыми бытовыми отходами, активно развиваются. Могу отметить хорошую работу и команды управленческой, и самих коллективов. И, конечно, сегодня поблагодарить за этот труд и поздравить с праздником.